Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Джек Шепард, Dragon Age. Я успел торговца за кадром продать всякую ненужную фигню и прочитал парочку книг, улучшил свои навыки чуть-чуть. Мое решение твердое, Логейн. Я поскочу в атаку с серыми стражами. Не рискуй попусту, Кайлан! Орда порождений тьмы опасна! Не время изображать героя на острие атаки! Может, все-таки стоило бы дождаться орлесианцев? Я вынужден опять возразить против твоей дурацкой идеи, что без орлесианцев нам не выстоять! Наша вражда с Орлеем — дело прошлого. А тебе следует помнить, кто здесь король. Какое счастье, что Мерик не дожил до того дня, когда его сын готов отдать Фарелден тем, кто больше века держал его в рабстве. Для победы нам хватит и наших нынешних сил. Дункан, твои люди готовы к бою? Готовы, ваше величество. А, это тот самый рекорд, что был с тобой на дороге. Я так понимаю, его можно поздравить. Не сказать, чтоб я особенно ликовал. А надо бы. Сейчас, как никогда, каждый серый страж на вес золота. Кайлан, твоя страсть к легендам и славе нас погубит. Нам сейчас надо твердо стоять на земле. Излагай свой тактический замысел. Мы с серыми стражами выманим порождение тьмы в атаку, а потом... Вы дадите знак зажечь на башне маяк. И по этому сигналу мои люди ударят из укрытия. Я помню, чтобы обойти порождение тьмы с фланга. Это ведь башня Ишала, та, что в руинах, верно? Кто зажжет маяк? Я оставил там нескольких солдат. Это дело не опасное, но крайне важное. Тогда поручим его самым лучшим. Пускай маяк зажгут Алистер и новый серый страж. Гениально. Двух человек давайте туда отправим, и мы погибнем там. Я не желаю быть мальчиком на побегушках. Нам нужен этот маяк. Если его не зажечь, войско Лугейна не узнает, когда идти в атаку. Зажгите его с катапульты! Никто не будет обделен славой. Ты слишком полагаешься на этих серых стражей. Разве это разумно? Серые стражи воюют с Мором. А кто они и откуда, не имеет значения. Ваше Величество, стоило бы учесть возможность появления архидемона. В диких землях не видели никаких драконов. Дункан, зачем здесь серые стражи? Я... Хорошо, Ваше Почему Величество. Почему здесь голоса? Ваше Величество, маяк и башня нам ни к чему. Круг магов. Мы не доверим нашу жизнь твоим чарам, маг. Прибереги их для порождения тьмы. Довольно. План нам подходит. Серые стражи зажгут маяк. Благодарю тебя, Логейн. Жду не дождусь этого великого мига. Серые стражи и король Ферлденов остановят натиск тьмы. Да, Кайлан. Это будет великий миг. Для всех нас. Ну да, ну да. Есть такая штука, изобретение называется катапульта. Можно шар туда положить, поджечь его, и вот наверх башни... Чтобы сигнальный огонь был зажжен. Почему меня никто не слушает? Я не пойму участие в сражении. Это личная просьба короля, Алистер. Да-да-да. Слышь, он хочет, чтобы два серых стража торчали на башне с факелом в руках. Алистер, ты крутой, я тебя обожаю, все правильно. Ох, Алистер прав, мы должны сражаться. Блин, не, я не хочу сражаться, но Алистер прав. Это не вам решать. Если король Кайлан желает, чтобы серые стражи позаботились о сигнальном огне, серые стражи это сделают. Чтобы положить конец порождениям тьмы, мы должны делать все, что для этого требуется, нравится нам это или нет. Я все понял. Все понял. Но знайте, если король захочет, чтобы я вырядился и сплясал Ремигольд, я пас. И неважно, положит это конец порождениям тьмы или нет. Отличный выбор. РПГ — это игра о том, чтобы делать свой выбор. Здесь. Четыре варианта ответа. Я сейчас не придираюсь вообще ко всему Dragon Age, но вот просто некоторые моменты, которые в РПГ бесят. То есть то, что сценаристы задумали, ты по-любому никак не можешь по-другому пойти. Вот я ему говорю, я не хочу это делать. Он бы сказал, тогда сделай что-нибудь другое. И бац, по-другому бы квесты пошли. Ни хрена, ты все равно, хоть ты не согласен, ты идешь и делаешь. Вот это беспомощность бесит иногда. Ох, ну ладно. Не знаю, думаю, потеха была бы еще та. Если б я танцем прошел перед порождениями тьмы, ну да, они бы катались со смеху, а мы тем временем их перебили. Башня стоит на противоположной от лагеря короля стороне ущелья, дальше по дороге, к которой мы прибыли сюда. Вам придется пересечь ущелье и, миновав ворота, подняться ко входу башни. Сверху вы увидите всю долину. Шикарно. А что будешь делать ты? Я буду сражаться рядом с королем, как и все остальные серые стражи. Опять же, он сам просил об этом. В нужное время мы дадим вам сигнал. Алистер поймет, что к чему. Алистер начнет в панике метаться в этой башне. Господи, что делать? Что происходит? Господи. И убьет себя. Так, ну ладно. Окей. Тогда мне придется идти к остальным. Давай. Дункан, да присмотрит за тобой Создатель. Да присмотрит он за всеми. Не надо говорить последнее слово. Зачем? Это все-таки всего лишь игра. Игроки схавают и так. Так, ну и, собственно, это куда это? А, о, башня Ишала где? Ладно, я не буду вас утомлять бегом до нее, поэтому... Чудеса монтажа! Нам еще между делом ролик показывать, поэтому давайте глянем. Эпическая битва. Люди против порождения тьмы. А, ну и собаки сюда. План сработает, Ваше Величество. Конечно, сработает. С Мором будет покончено. Самоуверенный дурак. Хорошо, что мы сейчас не там, да?
Мне кажется, их просто больше. Лучники! Ну, лучники, это хорошо. Давайте. Огонь! Катапульты! 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 Могли бы ров там вырыть уже. Лаву туда напускать. Ну, ребятской жидкости какой-нибудь. То есть я бы, честно говоря, знаю, что придут подождение, так бы эту крепость защитил. Вот, вот у них есть катапульты. Перейдем через мост и двинемся к башне Ишала. Окей. Вот это замес там внизу. Вот это замес. Так, ладно, бежим дальше. Вы серые стражи, правда? Башня захвачена. Кто мог подумать? Как она захвачена? Порожденец, мы проникли в башню через подземные залы. Почти все наши перебиты. Мы должны добраться до сигнального огня и зажечь его. Ага, вдвоем. Магические силы велики, не всегда под их контролем. Маги могут пользоваться заклинаниями, которые поражают не одну единичную цель, а весь участок таким, как огненный шар. И хотя эти заклинания полезны в бою, они действуют на всех подряд, и на врагов, и на друзей. На низшем уровне сложности члены отряда дружных заклинаний не страдают. Да, но так как у нас уровень сложности не низший, нам капец, короче. Так, завалили мы всех и отправляемся в крепость. Ну, точнее, в эту башню. Так, так, так. Башня, значит. Я думаю, что врагов здесь... Тихо. Не хочу, чтобы все было в огне. Эй, так тут ловушка. Ну, конечно. Да я же увидел ловушку, эй. В чем ваша проблема? Мы бежим, словно. Немножко с тактикой поработал, по идее. Она не работает. А нет, вот Алистер бежит. Я сделал так, чтобы Алистер атаковал. Тех, кого атакую я. И плюс я вернул ему обратно щит. Дал одноручный топорик, который был у меня. И теперь мы с ним бьемся просто. Ну, будет что-нибудь интересное, кроме этих битв. Мы увидимся. Создателя, как эти бестии оказались здесь, впереди всей Орды? Здесь не должно было быть никакого врага. Возьми да и скажи им, что они местом ошиблись. Да уж, надо бы. Потому что все это явное недоразумение. Потом над этим смеяться будем. И не говори. Как бы ни было, нам надо спешить. Мы должны подняться на вершину башни и вовремя зажечь сигнал. Тейрн Лагейн его ждет. Ну уж если на Лагейн его ждет, то мы просто обязаны все это сделать мега быстро. А мы уже добрались до второго этажа, что довольно-таки неплохо. Я с помощью мага сделал несколько припарок целебных. Погодите. Ну зачем вы тут? Погоди, погоди, я мог использовать катапульт, по-моему. А, баллист, простите. Бэмс. О, вот это я его сбил, да? Получай, гад. Получай. Улетает просто на раз-два. Улетает, что-то тоже можно отправить, а нет, все. Так, ну, как всегда, дичь на поле боя. Немножечко боя, я думаю, стоит вам показать, потому что все. Ну, вообще, это интересно именно мне играть, биться, а вот смотреть на бой. Но большинство боев не очень, думаю, классно, поэтому... Мы их как-то с вами выпускаем. Переключался на мага, включил нам баф на огненное оружие, потому что без меня он его просто не включал и решил, что нафига нам такое клевое преимущество, как огненное оружие, да? Зачем просто? Так, я успел там еще какой-то ожерелье найти. Подарок. Кому-то с членов отряда в будущем. Выброшенная книга. Ладно, ладно. История церкви, часть первая. Ну, подбираем чисто для опыта. Если там кому-нибудь будет интересно, будут если заявки, то можно будет эти книжки в какой-нибудь серии вам включить, чтобы вы их почитали. Ну а нет и нет, как бы. Это прохождение, как я уже говорил, больше на ностальгию, ну такое забавненькое, отыгрываем эльфа, который ненавидит всех всех. Кроме некоторых людей и вещей, которые ему почему-то нравятся. Например, Алистер. Довольно забавный парень. Мой герой, мне кажется, с ним просто прекрасно уживается. Получай. Ну да, ну только я разыгрался. Зажигал отправить. А в итоге... Все, вообще не получилось. Вот так вот тебе двумя дарчиками. Давай, давай. Сундуки я не могу открывать, у меня нет потратить того, кто мог бы это сделать. Это печально, потому что здесь куча вещей, я пропускаю, но... Я должен быть защищен 24 медных монетки. Без них жизнь не жизнь. А мы тем самым уже добрались до третьего этажа, и давайте уже узнаем, что там. Лагейн будет готов ударить, как только мы зажжем сигнал. Понятно. Лагейн-то будет готов. Существа, пораженные тьмой. Пройдите физическую атаку по существам, пораженные тьмой. Так, неплохо. Ну что ж ты опять меня? Так, мы в комнате, где нужно выпустить мобари с помощью вот этого рычажка. И они нам помогут. Поэтому я, походу, попал в капкан, да? Это просто шедевральный, понял? Ох ты, вот этого парня. Алистер, давай сюда. Надо одному парню жопу надрать.
О, Бабари просто там раскусал. Шикарно, у нас новый уровень. Самое шикарное за то всего то, а если использовать сейчас заклинание на огненный баф, то интересно, будут ли собаки как-то вообще. Прикиньте, у них из пасти сунут огнедышащие мабари, вот что я хотел сказать. Сформулировал, огнедышащие мабари, по-моему, это просто шикарно будет. Так, ну а тут я помню, будет три комнаты, где куча еще всякой битвы, поэтому как-то всех запилим, посмотрим, что дальше там. Так, ну вот мы здесь почти всех перебили, я не могу опять скрыть отсюда. Черт, убери, так не стоит. Ты бежишь сюда, Алистер, мы будем... дичить очень хитро. То есть пока я дичу тут, Алистер дичит там. По-моему, это просто отличная тактика. Ну что ж, верхний этаж. Неужели мы таки добрались? Блин, все лицо свинья. Ух, зачем что я это делал-то, Огр-то? Так, маг. Оружие у нас так всех огненное. Поэтому давай ты кинешь на него слабость. А у него к этому устойчивость. Чтоб тебя, паралич тоже, наверное, устойчивость. Ты смотри-ка, нет, ты смотри-ка. Волшебный щит на себя. Теперь отбегай туда. Дальше ты. Расчетливый удар. Алистер. Толчок щитом, я. Так, вау. Ну, мы все будем делать сейчас очень разумно и хитро. Поэтому мы прям просто никаких проблем не должны. Взяли лириум, пожалуйста, выпей. Благодарю. Так, теперь молния. Давай. Сейчас еще кое-что будет готово. Ой-ой-ой, а кто-то тут нам такой бежит? А кто-то тут такой бежит? Провокацию давай. Нет, смотри-ка, не переагрился. Ладно, маг, ты все сделал правильно. Лучше бы тебе сваливать отсюда к чертовой матери. Пока дяденьки разберутся с этой большой проблемой. Ой, кто-то получил щит. Так, маг, здоровье, хорошо, молодец. Хорошо. Так, тихо, парень. Лепарку пей. Встанешь сразу, пей. Так, Алистер, толчок щитом давай. Как только ты поднимешь свой жизнь назад. Эх, Огр. Вообще, довольно-таки просто, потому что уже сложность, во-первых, средний. А во-вторых, нас осталось трое. Но в этом вообще нет никакой проблемы. Что, я забыл, что это такое вообще? Что? А, удар щитом, хорошо. Все, я убил этот парень. Давай. Просто шикарно. Я еще срежиссировал этот мейтов. Я какой-то племенная железня. Да, сейчас, погоди, его граблтаем. Щит Ховарда. Ховарда, простите. Так, Алистер, может быть, ты себе этот щит как раз возьмешь? Стража рекрута. Неплохо, плюс 2 урона упражнения тьмы, но защиты не очень. А для щита Хаварда нужно 22 силы. Чтоб тебя за ногу. Ну да ладно, и так. Ребята, у вас там все в порядке, как у вас дела? Что же нам теперь делать? Я не знаю, Алистер. Может быть, ты хочешь бегать там? Мы должны добраться до вершины башни. Маяк вон там. Мы наверняка... Да-да-да, я знаю, вершины башни. Слушайте, башни. Должен торопиться, но... Смотрите, какой красивый зал здесь. Довольно приятное место. Ладно, все, поджигаем огонь. Трубе ход. Но как же король? Разве мы не должны... Выполнять приказ! Вот это поворот! Отходим! Эй, вы, шевелитесь! Мне никто не сказал, почему мы отходим. Ну, понятно, что приказ здесь приказ, но... Чёртовы людишки. Да, пламя горит, а король вместе с серыми стражами погибает на поле битвы в неравном сражении. Опаньки, Огр пришел. Да. Ух, Дункан, ты бес. Просто вскарабкивается по нему. Как давно этого не видела, а? И как же мне этого не хватало. Шикарно. Королю давай. К королю беги. Ну, уже понятно, что Кайл мертв. Огонь зажжен. Мы сделали свое дело. Но Лаген и его люди предали нас. И вонзили в меня стрел. Зашибись. Это единственная адекватная моя оценка ситуации. Просто зашибись.
А, глаза твои открылись наконец-то. Довольно будет, мать. Да, где? Конечно, снова. Только что тебе перевязала. Простите. На всякий случай, пожалуйста. Чем что с памятью твоей? Ты помнишь ли, как мать спасла вас? Меня напали и меня стреляли. У вас друга мать моя спасла, хотя вы были на грани гибели. Но важно, что сейчас вы оба живы. Покинул поле тот, кто должен был на ваш сигнал ответить. Порождение тьмы победу одержали. Тех, кого бросил он, на части разорвали. Твой друг переживает очень сильно. Твою ж налево, нас двое что ли осталось? О, мне нужно уходить. Как хочешь. Мать во дворе сейчас, и с ней твой друг. Она хотела поговорить с тобой, как только ты проснешься. Спасибо за помощь, Морриган. О, пожалуйста. Однако благодарить тебе пристала мать. Я думаю, мы будем дружить, в кавычках, с Морриган. Ну, потому что она очень веселый персонаж. И плюс, самое-то главное, из всех DLC, которые я проходил в свое время на Dragon Age, охоту на ведьм я не прошел. И говорят, что там очень интересные именно сюжетные повороты, ходы там с Морриган. И вот мне было бы интересно, если бы у меня были отношения с ней, что там вообще, как, что повернется. Так что вот прям вот must have, как говорится. Так. Ну, я пойду тогда. Останусь я и приготовлю пищу. Ох, я надеюсь, не из крыс и хвостов мандраг, спокойный мандрагора, достижение разблокированный ветеран. Прикольно. Так, ну что, пойдемте на выход. Хотя у меня же новый уровень, я как-то об этом и забанкал даже. Эх, да, славная была битва. Алистер, ты как хоть? Все путем ну будет, братиш. Ну что, видишь? Вот он твой приятель, Серый Страж. Не стоит так волноваться, друг мой. Ты же американец Эль Джонни. А я думал, что тебя уже нет на свете. Ты плакал? Парочки порождений тьмы меня не прикончить. Дункан убит. Серые стражи, Дункан, даже король. Все погибли. Просто не могу поверить. Если бы не мать Морриган, мы с тобой валялись бы мертвые на вершине той башни. Вот только не надо говорить мне так, будто меня здесь нет. Прошу прощения, я не хотел. Но как же нам тогда тебя называть? Ты так и не сказал свое имя. Меня зовут. Имена красивые, но бесполезны. Хасинды зовут меня Флемет. Полагаю, этого достаточно. Как? Та самая Флемет, о которой рассказывают легенды? Она одно ударение ставит, он другое. Охренительная озвучка. Ведьма диких земель, да? И что это меняет? Да, я немного знакома с магией. И вам обоим это пригодилось, верно? Так. Да мне, в общем-то, плевать, почему она спасла. Нам, наверное, стоит поблагодарить Если тебя. Если ты и вправду так считаешь, то, пожалуй, стоит. Так. Ну, как же мы можем расплатиться с тобой? Господи. Я хочу только одного. Сделайте то, что вы должны сделать. Во все века долг Серых Стражей состоял в том, чтобы объединить все земли в борьбе с Мором. И я думал, соберите средства на борьбу с Мором и прокутите их в ближайшем борделе с таверной. Но ладно, это тоже подойдет, собрать всех. Этот край трудно назвать единым, а все Логаин. Серых Стражей больше нет, пускай этим занимается кто-нибудь другой. Ну конечно. Кто-нибудь другой поймет, что надо сделать. Возьмется за дело вовремя и с умом, и все уладит. Обойдутся и без тебя. Шикарно, мы пошли. Мы уже сражались с порождениями тьмы. Король почти победил их. Почему Логаин так поступил? Хороший политика, вопрос. Детка, политика. Сердца людей порой чернее любого порождения тьмы. Быть твой голос мужественнее любого мужика. Это обычное войско, и умелыми маневрами его можно перехитрить. Быть может, он не понимает, что истинная угроза — это зло, которое стоит за порождениями тьмы. Архидемон. Ну да. Но что ты им наделал с предов короля? Может быть, на трон? Он же отец королевы. Правда, я не представляю, как ему может сойти срок убийства. Ты говоришь просто так, скажешь, что Логаин станет первым королем, получившим власть таким образом. Серый Страж плохие, пора там уж и повзрослеть. Король отстой. Если Эрл Эмон узнает, что сотворил Логаин, то ни за что не поддержит его притязания. И собрание земель не поддержит. Начнется гражданская война. Так, тогда мы могли бы отправиться к нему. Вот что я думаю. Эрла и Амона не было при Астагаре, значит его армия уцелела. И кроме того, он дядя Кайлона. Я его знаю. Он хороший человек, и в собрании земель его уважают. Ну конечно, мы отправимся к нему в Редклифф и попросим помощи. Шикарно. Так. По-моему, это замечательная идея. Шикарно. Такая решимость. Я пока еще не знаю, хватит ли нам помощи одного только Эрла и Амона. Он не сможет победить Орду Порождения Тьмы в одиночку. Тогда мы все умрем. Так, найдем выход. В конце концов, все зависит от нас. В вашем распоряжении куда больше, чем вы думаете. Ну, конечно же. Соглашение. Серые Стражи могут потребовать помощи от гномов, эльфов, магов и многих-многих других. Все они обязаны помогать нам во время Мора. Может, я и старуха? Но все эти гномы, эльфы, маги, Эл, Эмон и прочие, все вместе они могут составить то, что зовется армией. Так мы и вправду можем это сделать. Отправиться в Редклифф и еще куда-то и собрать армию. Если только это сулит хоть какую-то выгоду. Вот он. Наилучший стимул для служения правому делу. Вот да. Во все времена сражаться с Мором было обязанностью Серых Стражей. А теперь Серые Стражи — это мы. Так вы решились? Вы готовы быть Серыми Стражами? Ух. Мы уходим, старуха, не погоняй нас. Вот как вы говорите со своей спасительницей. Да чего ж короткая память. Да я бы и сам там выжил. Итак, прежде чем вы уйдете, я могу вам предложить еще кое-что. Что? Кипит похлебка, мама милая. У нас два гостя к вечерней трапезе? Или ни одного? Серые Стражи скоро выходят, девочка. Ты отправишься с ними.
Какой базар? Ой, по-нашему. Что? Ты меня слышала, девочка? Вроде как уши у тебя есть. Спасибо, но... Если Марга не хочет идти с нами... Ее колдовство вам пригодится. И что еще важнее, она знает дикие земли и проведет вас мимо орды этих тварей. А мне нельзя сказать? Ты годами мечтала выбраться отсюда. Настал твой шанс. А вы, стражи, считайте это платой за свою жизнь. Хорошо. Отлично, мы берем ее с собой. Не хотелось бы смотреть дареному коню в зубы, но не добавит ли она нам проблем? Ну, что ж ты? За пределами диких земель. Кстати, у него с Мариком будет самый интересный конфликт вообще в видеоиграх, мне кажется. Ну, один из самых интересных. Постоянно будет подкалывать. Лучше было вас оставить в башне. Разумно. Мама, не так себе я это представляла. Я даже не готова... Так будь готова. Все будет клево. Эти двое должны помочь Ферелдену в борьбе с порождениями тьмы. Ты нужна им, Морриган. Без тебя им не справиться. И Мор погубит нас всех, даже меня. Я понимаю. А вы, стражи, все понимаете? Я отдаю вам самое дорогое. И делаю это, потому что вы должны справиться. Ну да, знаем мы твои мотивы. А с нами ей ничего не грозит. Позволь мне собрать вещи. Сделай милость. Да без проблем. Я в вашем распоряжении, серые стражи. Полагаю, сначала мы отправимся в деревню к северу от Диких Земель. Это недалеко, и там вы найдете многое из нужного. А если хочешь, покажу дорогу я, храня молчание. Выбор за тобой. Так, я не против твоего присутствия, если Алистер согласен. Свирепо смотрит он, и думаю, ответ тут ясен. Просто ты действительно думаешь взять ее, потому что ее мать этого хочет? Да, мы отчаянно нуждаемся в помощи. Ладно, это действительно так. Серые стражи никогда не отказывались от союзников. Я очень рада одобрению твоему. Думаю, нам пора выходить. Мама, прощай. Не забудь про похлебку на костре. Меньше всего мне хочется вернуться на пожарище. Еще чего. Уж скорее ты вернешься и увидишь, что Мор поглотил всю эту землю вместе с моей хижиной. Я лишь хотела сказать, что... Да я знаю. Постарайся развлечься, милая. И стандартные подколы. Морриган одобряет, Алистер... Тра-ра-ра, я заговариваюсь. Как... Чего я заговариваюсь? Я не знаю. В общем, они оба одобряют все, им все нравится. Нам дают кучу заданий. И наша мега-гопа готова. Идти в путь, но сначала Алистеру нужно прокачать его сложение, потому что ну, он будет умирать много. Он просто будет много умирать. Не знаю, может ему воровку так прокачать, потому что... Сначала, конечно, вот это, потом... Что-нибудь связанное с щитом, например. Что-то оборон давайте возьмем. Так, теперь у меня уровень новый. Мне нужно ловкость 22. Хитрость прибавим. Так, мастерское влияние можно взять. Ну, я думаю, стоит мне начать прокачивать что-то. Ну, спич еще раз прокачаем, хорошо. Так, бой с двумя руками тогда стал ловкость. Специально боевая подготовка. Где-то у нас такая. Ну, я тогда, значит, не буду тратить очки. А смысл тратить не на свои навыки. Так, ну мы, наверное, доберемся с вами до первой деревни, а там серию-то уже закончим, потому что вот со всеми этими приостановками записи на момент битв, а я точно время серии не знаю. И плюс я еще не знаю, будут ли эти все серии в ускорении или нет, потому что было бы интересно послушать на многие голоса в ускорении. Ну и так, чтобы так больше забавности роликам придать. Так, ну что, нам нужно в лотеринг. Насколько я помню, в середине дороги мы сейчас должны встретить, собственно, собаку, которой мы в свое время помогали. Так или нет, мы узнаем через секунду. А нет, мы увидим ролик. Хорошо. Были бы вот ролики не пережатые на 50 раз. Я рассчитываю, так, что каждый из вас найдет нам людей. Нужно восстановить потерянное при Астагаре. И быстро. Вот многие это готовы сыграть королева. На нашей слабости. Позволь мы им это. Мы должны отразить нашествие порождений тьмы, но действовать благоразумно и без колебаний. Милорд, разрешите. Вы объявили себя регентом при королеве Аноре и утверждаете, что мы должны объединиться ради нашего же блага. Но как быть с армией потерянной при Астагаре? Ваш приказ отвести войска был... неожиданным. Все, что я совершил, было сделано во имя независимости Ферелдена. Я верно служу трону, и вы должны поступать так же. Да, сваливать с поля боя, если Англия вам приказано. Англия кланяться только потому, что вы этого требуете. Я никому не позволю угрожать нашему народу. Ни вам, никому другому. Бантеган, прошу вас. Миледи. Он рискует начать гражданскую войну, если бы Эамон был здесь. Бантеган, мой отец поступает так, как должно. Но сделал ли он все, что должно для спасения вашего супруга? Насколько я помню, у них был вообще брак чуть ли не по расчету, и именно всеми делами королевскими занималась вот как раз его жена. А Кайлан больше путешествовал по Ферелдену и участвовал в боях. О, собака бежит. Ну да, я был прав. Песик. Это тот сам Мабай. О, за ним гонится порождение тьмы. Себе покажи. Ну давайте его сейчас врежем. Так, во-первых, Морриган. Тактика.
Цель здоровья 50, вытягивание жизни, так, окружен двумя или более врагами взрывразу, атаку с оружием. Мистер здоровья 50%. Я бы ледяную хватку вообще почти сразу сделал. А можно ли как-то четвертый навык? А, ну можно ее добавить, если ей тактику прокачивать. Но пока, видимо, нет. Так. Заморозил этого парня. Хорошо. Потом простенького. Молнии, давай. Хорошо. Обличь паука. Пока все равно ее никто не бьет. Шикарно. И... хорошо. Давайте дай ты плевок. Так, Алистер. Давай ты кого-нибудь щитом толкнешь. А я имеешь тем? Жека вот так обвини плохо. Сильнее, давай. Этого горлака еще закинем. Хорошо, Алистер. Ну и все, порождение мы повержим. Собака стоит, ничего не делает. Чистит нас. Включай жену, вот так. Он шумит, дышит и радостно машет хвостом. Ну, я это вижу, в принципе. А, так, думаю, тот самый Мабари, которого я помог вылечить при Астагаре. Думаю, он искал тебя. Он выбрал тебя. Мабари, они такие. Это называется запечатлением. Значит, эта косматая зверюга теперь пойдет с нами? Восхитительно. Он не косматый. Нормальный пес. Так, он может пойти с нами, только если от него будет польза. И при этом с нами будет Алистер. Так, ох ты, имя для собаки. Господи, как я не придумал никогда имя для собаки. А увидимся часов через 15, наверное. Ну, я не придумал ничего лучше, чем называть собаку Халк. Да, вот так вот с печали. Ну, не, мне пишут, что у меня на уровень, нифига, это не так. Картинка интересная. Так, хорошо. Так, вот, конь смерть. А что все я? А что ты все орешь-то? Ну. Есть конь. В общем, Лагань там отмажется, я так понимаю. А мы в попе мира с вот этим психами. Итак, собрать отряд и отправиться дальше, да. Лотеринг небольшой. Городок-деревушка. В центре Хэрэлдена. Хорошо. Опаньки, добрый день. Подъем, господа! К нам идут новые клиенты, и ведет их подумать только эльф! Как-то они не очень похожи на остальных. Может, просто дадим им пройти? Чепуха! Твоя стала другая. Разбойники. Должно быть, грабят тех, кто бежит от порождения тьмы. У них хватило глупости преградить нам путь. Я предлагаю проучить их. Да разве так здороваются вежливые люди? Всего 10 серебряных монет и ступайте своей дорогой. Тебе стоило послушать своего приятеля, мы не бежим. Что я тебе говорил? У них нет ни одного фургона, и этот вдобавок вооружен. Дорожную пошлину платят все, Ханейк. Вот почему это дорожная пошлина, а не, скажем, налог на беженцев. Да, точно. Даже если ты не беженец, все равно плати. Скажи это моей собаке Халку. Так и не мечтайте, я не стану платить. Не скажу, чтобы такие речи пришлись мне по душе. У нас тут, знаешь ли, свои правила. Хорошо. Вот поэтому я ненавижу людей. Значит, нам придется обыскать твой труп. Ох, простите, все подобно. Так, ну что ж, давай, попробуй. Ладно, от болтовни никакого проку. Кончайте с ним, ребята. Ой, господи, как я вас боюсь, ребята там, кончайте с ним. Вау. Галстук. Ой, как хорошо она шарахнула. Из этого жизнь повысасываем. Ужас кинем. Единым оружие исполним. Хорошо, мы его. Просто умничка. Блин, я тут при смерти уже. Хорошо, остаемся. Мы же просто пытаемся свести концы с концами, пока порождение тьмы всех нас не уничтожили. Вы выбрали не ту жертву. Ну да, конечно. Мы были недостаточно осмотрительны, извини. Серьезно, думаешь, что отдать все, что награбили? Да, конечно. Деньги, которые мы собрали вот здесь. Чуть больше сотни серебряных монет. Остальное в сундуках, которые мы принесли. Клянусь жизнью. Так, не думаю, что имеет смысл их властям сдавать. А теперь им вредят все, чего вы заслужили. Я не сдамся без боя. Ой, да господи, кто ж тебя будет спрашивать? Мы один золотой получили. Прости. Нам интересно шпиговать тебя клинками. И тебя. Морриган, давай лучника пока. Напугай этого мужика. Хорошо. Ну, Алистер, не скинь тут всё так. Так, прикольно. А потерпев поражение твоей руки, бандиты сдались, тем не менее, они должны были заплатить за свои преступления, поэтому вы перебили их все. Это очень хорошо, Нибл. Я этим займусь! По-моему, там в храм можно будет отнести его.
Давайте читаем записочку. Столько рыцарей, мои братья по оружию отправились на поиски урны. Наверняка кто-нибудь из них уже нашел брата Джинти. И все, пока я не услышу. И все же, пока я не услышу, что все в порядке, я должен продолжать поиски. Брата Джинти, есть ключ к урне священного праха. Мы всегда это знали, но теперь я, кажется, понял, чем брат Джинти покривил душой. Я был в его доме в Денриме, уцепился на след. Удивительно, что другие рыцари не сделали того же. Или сделали. Нет, лучше не ворочать себе голову, мысли меня заговорит. Сэр Доналд в Лотеринге ждет моего отчета. Надо немедленно отправиться к нему и рассказать, что я узнал. Если кто-нибудь найдет записку, пожалуйста, засните его о том, что со мной стало. Пусть он закончит то, что не удалось мне. Хорошо, это мы, наверное, сделаем, все-таки это квест. Вещи какие-нибудь. Инвентарь заполнен, ну зашибись теперь. Так, мультиплый бальзам. Так, пикни его нафиг. Че, нельзя? Уничтожить, да. Я лучше пластинчатый доспех возьму, за который денег смогу прилично получить. Так, ну что, мы с вами, в принципе, пришли сюда. Вот и лотеринг. Да, как на картинке. О, ты наконец-то изволил с нами заговорить. На меди бросаться передумал, я так понимаю. О, неужели добро пожаловать в интересный диалог. Ты что, никогда никого не терял? Вот что бы ты делал, если бы твоя мать умерла? Ты имеешь в виду после того, как перестала бы хохотать? Ну, дикость какая. Считай, что я ничего не спрашивал. О чем ты хотел поговорить, Алис? Наверное, о своем пупке. Он его уже долго созерцал. Разговор о пупке. Все с тобой ясно. Ничего странного, что у тебя никогда в жизни друзей не было. Дружелюбие это можно изобразить. А вот с умом, к сожалению, такой фокус не пройдет. Я не могу с этой парочкой. Ладно. Просто нет. Давайте поговорим о том, куда собираемся держать путь. Так, надо узнать, что в мире творится, а потом решать. Но нам же надо представлять, что делать дальше, я прав? Мне кажется, что Флемет выдвинула неплохую идею. Все эти договоры, ты их вообще видел? А нет. Нас интересуют три договора. С далийскими эльфами. Это я знаю, что нам надо к ним сходить, помощь попросить. Я бы даже первым делом отправился к нему. Морриган, что думаешь, что нам с этой тем? Вслед за врагом. Найдите этого своего логейна и убейте его. Тогда можно будет... Полностью поддерживаю. Но не так у нас уже не получится сделать. Да уж, он-то поди этого и не ждет. Не говоря уже про то, что у него там армия и опыта побольше, и... У меня спросили мое мнение, и я его высказала. Если тебе интереснее спорить, почему нельзя сделать то или это, то мы так и простоим здесь до пришествия порождения тьмы. А почему ты предоставляешь там мне? Знаешь, я понятия не имею, куда идти. Пойду, куда ты решишь. Другого я и не ожидала. Эрлэм, он хороший человек, но я не могу с уверенностью сказать, что идти нужно непременно к нему. Поручиться не могу. Так, значит, надо отправиться в путь, искать тех, кто нам нужен. Я даже могу сказать тебе, где искать. Так, я, в принципе, а где, кстати, Лагейн? Если не в походе с армией, то, вероятно, у себя во дворце, в Денериме. Можем, конечно, сходить и в Денерим, только что-то мне подсказывает, что нам там рады не будут. Так, смутные подозрения. Понятно, значит, ну, я знаю, где кого искать. Что, я готов идти? Можно и туда. Что ж, когда будешь готов, сворачиваем лагерь и идем в деревню. Шикарно. В общем-то, на этом мы завершим с вами сегодняшнюю серию. Страшно. Когда мы вернемся домой? Мальчику страшно, он хочет домой и... В общем, да. А с вами был Джек Шепард. Большое спасибо за просмотр. Увидимся в следующих сериях. И счастливо! Look, I'm as high as the sun. Shut your mouth, boy, when will you learn? Mama, haven't you heard? We sold out all over the world. Look, I'm as high as the sun.